Меньше фотографировать, больше наблюдать. Таков рецепт хорошей фотографии, уверен писатель, журналист и фотограф Юрий Рост. В его работах люди, выдающиеся и простые, со всеми их терзаниями, мыслями и мечтами. Среди снимков, представленных на выставке, работы из знаменитого цикла «Групповой портрет на фоне мира», за который Юрий Рост получил государственную премию Российской Федерации. На лекции мастера фотографии собрались десятки человек. В зале, повсюду, на стенах и на экране – работы автора. Фотографии, сделанные в разное время в разных странах. Черно-белые сюжеты, в каждом из которых жизнь. Накануне 200-летия Большого театра таким тайным способом я спрятался за занавес, выставил аппарат, сфотографировал, сделал такой снимок. Я думаю, что таких снимков больше нет. Его работа позволила запечатлеть какие-то такие интересные моменты, такими, какими они есть. Он наполнил их какими-то своими эмоциями, то есть оставил описание, скажем, краткое, со своими впечатлениями,